Что я вижу, когда я смотрю на пары? Первый тип – это тип тех пар, которые танцуют слишком замкнуто. Второй тип пар, которые танцуют наоборот, слишком раскрыто, то есть их слишком много на паркете. Что для меня пространство? Пространство для меня имеет три зоны. Если мы ведем друг с другом диалог, то наша энергия, которая присутствует у каждого из нас, она не выходит из этой зоны. Первый тип, который мы используем внутри нас, это приглашение. Это когда мы приглашаем, да? Например, партнер приглашает, партнерша двигается. Мы можем создать более теплые отношения друг с другом. Да? Это когда мы провожаем. Да? Да? Провожаю, партнерша пошла. Это когда партнер либо партнерша может доминировать, да, своим пространством. То есть быть как бы над. Это когда мы ограничиваем свое пространство. Да? То есть, к примеру, партнерша двигается к партнеру, партнер отворачивается. Сейчас на данный момент партнер будет приглашать партнершу, но партнерша еще будет как бы находиться в своем пространстве, в ограниченном. Стоп. Теперь, когда партнер будет уходить, он будет показывать, куда и двигать, как бы путь, провожая. И партнерша, используя это, проходит, поворачивается, стоп. Партнер опять будет провожать свою партнершу. Стоп. Да. И вот с вот этой точки, все будет происходить так. Партнерша будет спускать к себе, да, подпускать партнера. Партнер будет проходить как бы мимо нее и обращаться далеко в зал. Партнерша еще здесь. Партнерша, можешь еще больше. Еще. Вот так. Вот. Стоп. И вот только теперь партнерша использует и проходит к зрителю и поворачивается. Да. Если мы эту идею, которую мы доносим, умеем выразить, мы это доносим до зрителя, да, и зритель этим впечатляется. И создав такую иллюзию, вы этим образом как раз и показываете диалог, отношения между одним человеком и другим человеком.